Орхидея «Призрак» – это многолетняя эпифитная безлистная орхидея. Биологические названия получила благодаря своей истории и строению – дендрофилакс линдина или синоним полириза. Почему призрак? Произрастая в тропиках, на болотистой местности без единого листа, с серо-зелеными корнями, как паук, обхвативший крону дерева, вдруг неожиданно появляются как бы висящие в воздухе белые цветы. Увидеть такое чудо в тропическом лесу удается не каждому. К тому же окрас корней и цветоносных стрелок сливается с цветом дерева, поэтому появление распустившихся ниоткуда, висящих в воздухе цветов напоминает появление призраков. Форма цветка дает еще одно имя – орхидея-лягушка. Обусловлено это тем, что два боковых лепестка по отношению к другим достаточно длинные –